случилась оказия, и захотелось мне на зиму придумать занятие, сделать кроссовый мотоцикл с двигателем из Юпитер 5. И на Авито был обнаружен двигатель. В продаже он стоял за 1500 рублей. Позвонил, поторговался и поехал забирать его за 1000 рублей. Двигатель оказался в приличественном состоянии. Пробег у него небольшой. Он не половинился, не вскрывался. Ну, будет помыт, почищен, продиагностирован и будет служить вот такой двигатель Нижний Питер 5, скорее всего, с переходной модели с 4 на 5, судя по головкам. Невзаимозаменяемый, как на пятом. Вот такой аппарат. Звезда там родная стоит. Практически без износа. Определено, что родная, даже не оригинал, а стопорная шайба на гайке, которая крепит звезду. Заводской загиб. Сжигание на месте. Надо будет штаны поставить, карбюратор. И все. Вот такой двигатель. Игрушек, матрешек и игрушек, и заводных лягушек. Но хитрые старушки...